Привет, привет, мои дорогие ребят. Ну, я не готовила. В общем, в принципе, у меня завтрак. У меня тут мясная запеканка, немножко картошки. И я вчера жарила капусту, тушила. Я вчера вечером уже поела, но не записывала, но было так вкусно. Такая у меня... А, с зеленым горошком, да, я забыла сказать. Было так вкусно. Такая у меня вкусная капуста получилась. Я пожалела, что мало... нажарила. Но это у меня, я не знаю, завтрак или обед. Ну, обалденно. Пока так. Сейчас попробуем картошечку. Тоже вкусно. Все у меня-то вкусно. Вот так. Ну, неправильно я вилку-то держу. И запеканочку. На работу мне не ем ничего соленого. Хотя можно было бы капустки положить. Или огурчика. Ну и что так? Ну, картошка вкусная. Обзваниваю место работы, где я работала. Завтра пойду справки собирать. Ну, заказывать вернее. Надо все-таки посчитать, сюда делать. Ну, не знаю, говорят, что это не быстро. Где-то написать заявление, ждать. Я завтра в первую и побегу. Ну, я сейчас подумаю, может, я до больницы добегу. Чай сварила. Ну, пусть остывает. Там у них... обед до часу. Я капусту еще на раз оставила. Там так-нибудь, чем-нибудь скомпоновать. Вчера я подсела на, ну, на интервью со звездами. В общем, в субботу вечером, да. Смотрел, поздно уже. Смотрю, включаю. С Королевой одно интервью, потом интервью смотрела, ну, у нее брала с Русланой Бондарчук. Я, знаете, что делаю? Памяти-то нет, а надо ее развивать. Я смотрю интервью, а потом вот вспоминаю, о чем кто что говорил. Что спрашивали? Ну, что она рассказала, как с Тарзаном познакомились? Про маэстро рассказывала. Про свою жизнь. Интересно, все-таки красивая она женщина. Очень красивая. Прям мне нравится. И, ну и опять же, столько доброжелателей. Все-то все знают. Все-то все... Прям такие все, ну, вездесущие, я иногда говорю, в своей-то семье не разберетесь, а лезть, да, допустим, куда-то, там, к звездам, чего-то. При том, что человек-то это, ну, говорит, как есть, но они решают это, ну, что, неправда же это все. И вот я же говорила, что смотрела интервью с Бузовой. В принципе, мне ее творчество безразлично. Там кто-то что-то такое тоже написал, но я смотрела на нее как на человека. Но творчество Королевой мне нравится. И еще вчера вечером, ночью, наверное, часов 12, что ли. В первом часу я легла. Я успела ее посмотреть концерт. Ну, не помню, года 3, что ли, назад или 4 выпускала. Выходила на сцену. Ну, конечно, все было шикарно. Где она и с Глушко пела, и с Маршалом. Я вспоминаю, специально память надо развивать. И с Тарзаном. И мама Люда тоже там пела. Ну, был шикарный концерт, прям очень мне понравился. Просмотрела на одном дыхании.
И про видео. Я вчера выпустила видео, ну, такими там, ну, всякие комментарии. Но уж очень вот таких отрицательных комментариев было, ну, там, ну, не, даже не отрицательных. В одном меня там обозвали свиньей. Я ответила. А остальных, ну, там, ну, как бы, да, я отвечала корректно. По видео. Я же вообще видео записала, как бы это, ответ другому блогеру. Что, почему каждый думает так, как хочет. Я не буду сейчас, ну, вдаваться в эти подробности. Почему там кто-то может, там, а я не могу, да? Я же... Ну, единственное, что я могу... Ну, как это название, если они просят? Это же попрошайки, да? При том, что имею хороший доход. Единственное, я же не обзывала там... Ну, этих блогеров никак. Не... Ну, в принципе, только... Ну, единственное, ну, я так и говорю, я всем говорю, я не стыжусь этого. Что? Да? Вот они такие попрошайки. Что сделать-то? У многих блогеров стоят карточки, но они ни на роллы, ни на что в своих видео не просят. Там есть у кого возможность, кто-то что-то кинет. Я же за всех не могу отвечать. И когда человек просит с наглостью, при этом имея хороший доход, то это уже, да, на самом деле наглость. Что-то я так быстренько смолотила. Все хочу, думаю, как же мне записать длинные видео. Да никак, не получается у меня длинных видео. Надо снимать коротких, но больше. Ну, вот я сегодня приду ночью, конечно, поем. Еще перед работой поем. Ночью поем, приду. Завтра с утра я не поем, потому что я поеду с утра, побегу с утра на работу. Сейчас я подумаю, я сейчас посуду намою. Тут вот это все, вот это, тут со стола сотру. Все-таки, может, соберусь, может, сегодня до больницы-то добежать. Ну, хотя бы заявление написать или там потом, чтобы просто прийти, справки забрать. В общем, думаю, надо лень себе выгонять, а завтра в четвертую проехать после работы в поликлинику. Я когда-то же искала место работы, когда, говорю, в 33-й работала, ну, сутки девчонки росли, мне надо работать было, естественно, днем, ночью, чтобы быть дома. Я нашла работу, ну, как у Ани была одноклассница, ее мама предложила мне вот к ним, старшей сестрой. Я там первую, что ли, зарплату получила и ушла обратно в 33-ю больницу. Вот так вот. Такая была смешная зарплата. Ой, очень, очень смешная. Даже в 33-й, хотя у нас всегда были маленькие зарплаты, я получала побольше. Работая просто медсестрой. А потом еще в инфекционку. Ну, в инфекционку тут поближе. В общем, сначала мне вот такие вот, вот главное, вот с подковыристые забрать. Эти. Ну, как сказать-то? Ну, где вот я немножко поработала. Так что вот. Поэтому, ладно. Готовить мне ничего не надо. Буду жрать то, что дали. А я вас всех обняла. Пока-пока, чмоки-чмоки, ваша Наташа.